Доброе утро, мои дорогие, мои хорошие, мои любимые. Я вам желаю отличного настроения на протяжении всего дня. Ну а чтобы вы не мучили себя вопросом, что же сегодня такого приготовить, я вам рекомендую вспомнить самый простой рецепт, который наверняка готовил каждый дома. Это салат из помидоров черри или мини-помидоров, твердого сыра, чеснока и майонеза. Все очень просто. Давайте приступим к приготовлению. Для начала мы разрежем помидорки напополам в такую глубокую миску, где и будем все смешивать. После того, как нарезали помидорки, возьмем чесночок. Можно использовать чеснокодавку, но я вот таким вот проверенным способом просто мелко-мелко порубим чеснок. Далее. Твердый сыр. У меня пармезан, честно, для этого салата. Вот чем более твердый сыр вы найдете, тем будет лучше. Я как-то пробовал с плавленным сыром, или, может быть, это был полутвердый, ну, не то. Поэтому рекомендую максимально твердый. Ну, я купил кусочек пармезана. Натираем на крупной терке. Сыр достаточно соленый, поэтому я не уверен, что буду добавлять сюда соль. Сейчас заправляю это все майонезом. Майонез, конечно же, торговой марки МЖК «Провансаль», потому что он приготовлен из сырья российского производителя, потому что все ингредиенты, которые здесь используются, они натуральные. Как это можно понять? Просто посмотрите на срок годности. Он не такой большой. Это и есть самый первый и главный показатель того, что используются натуральные продукты. Ну вот, что получилось. Добавили немного зелени и можно подавать к столу. Как я и говорил, это может выглядеть в качестве салата, вот в таком виде. А можно отдельно взять помидорки побольше, подготовить сырную начинку и сверху выложить это. И подавать это как закуску к праздничному столу. Правдин приготовил, приятно подкрепиться.